Доброе утро, уважаемые водители и пешеходы! Сегодняшняя очередная дорожная ситуация про вас. Водитель транспортного средства, не соблюдая скоростной режим в жилой зоне, допустил наезд на ребенка, пересекающего дорогу по ходу движения транспортного средства. Будьте предельно внимательными, въезжая под знак «Жилая зона». Знак «Жилая зона» указывает на территорию, на которой действуют требования правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилой зоне. Напоминаю всем водителям, что в жилой зоне вы в любом случае обязаны уступить дорогу пешеходу, даже если он движется вне пешеходного перехода, и сохранять скорость движения не больше 20 км в час. В жилой зоне запрещается сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн вне специально выделенных и обозначенных знаками или разметкой мест. Жилая зона имеет статус прилегающей территории, а следовательно, выезжая из жилой зоны, водитель обязан уступать дорогу не только пешеходам, но и другим транспортным средствам. Требования данного раздела правил дорожного движения распространяются также и на дворовые территории. Под дворовой территорией понимается участок дороги между жилых домов, там, где установлены детские площадки, места для отдыха и зеленые насаждения. Я советую при езде в жилых зонах быть предельно внимательными и готовыми к любой неожиданности, будь то ребенок, выбежавший из-за машин, или собака, выскочившая на дорогу. И помните, видите знак «Жилая зона» – значит, пешеход всегда прав. Всего доброго, до встречи!